На плечах многодетной матери Эркинай Кушкенбаевой забота о большой семье, в которой двое детей нуждаются в особом уходе. В центр «Счастливая семья» женщина приехала, чтобы освоить кройку и шитье. Сейчас она уже сама обучает новичков тонкостям пошива. Кроме того, дома шьет одежду для девочек. Я сейчас купила швейную машинку и шью дома лоскутное одеяло. В любое время, когда мои ученики просят, я им подсказываю и показываю, как и что делать. Они тоже должны развиваться. Нельзя сейчас сидеть сложа руки. Арайлым одна воспитывает четверых детей. Чтобы их содержать, молодая мать освоила новую профессию. В центре она научилась делать массаж и маникюр и сейчас работает на дому. В моей семье была сложная ситуация. Я искала из нее выход. Нашла его здесь. В центре я обучилась детскому массажу, освоила азы маникюра и педикюра. Сейчас работаю дома. Жизнь постепенно налаживается. Центр «Счастливая семья» обучает по 8 направлениям. Готовит швей, кондитеров, парикмахеров. Здесь также обучают массажу и другим специальностям. Кроме того, сотрудники центра могут проконсультировать по некоторым вопросам социальной сферы. Руководитель учреждения говорит, двери открыты для всех, кто нуждается в помощи. Женщины, которые зарегистрированы в нашем списке, могут позвонить и получить консультационные услуги. В настоящее время мы консультируем по 20 направлениям. По таким вопросам, как очередь на получение жилья, открытие ЦП-ключа, по вопросам охраны здоровья, по проблемам образования, выхода на пенсию, получение заключения в ТАК и другим вопросам. За год в центр обратились более 49 тысяч женщин, из них 15 тысяч – многодетные матери. На профессиональных курсах обучали 720 человек, 343 получили сертификаты. Данияр Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».